Алло, Евгений Ананевич, здравствуйте. Да, привет, Олежка. Тут вы мне с последней доставки 7 тысяч задолжали. Сказали, на следующий день принесете, уже неделя как бы прошла. О, слушай, Олежка, забыл, замотался. Слушай, да, не волнуйся, все нормально. Завезу я тебе там на днях эти деньги. Не волнуйся. То как бы Ты же на... получается, мне как бы кассу надо было закрыть, я уже свои положил как бы деньги. Олежка, послушай меня, пожалуйста. Ну, ты хочешь сейчас отношения испортить? Ну, ты же знаешь, сколько у меня объектов, сколько у меня работы. Ты думаешь, что мне вот это за 7 тысяч, кто-то краснеть перед тобой хочется. Слушай, на днях завезу. Ну, нам с тобой работать и работать. У меня сейчас, честно говоря, немножко неудобно говорить. Я сейчас с заказчиком там крупный объект будем брать. Кстати, тебе завтра заявочку еще на материалы скину. Не волнуйся, Олежка, все нормально будет. Ну хорошо. Да, Олежек, давай. Валентина Ивановна, я извиняюсь, там с другого объекта звонили. Смотрите, задачу я понял. Сетку для курятника мы сделаем, приедут ребята с моей компании, все сделают. Смету я вам в экселевском файлике на почту вышлю. Вот, ну 30% от них на предоплату дать, хотя бы 1000-2. Нет, дружочек, придете, сделаете курятник, сделайте, я посмотрю, как потом расплачусь с вами. Понял. Ладно, ладно, пойдем вам навстречу, Валентина Ивановна. Хорошо. Ну, спасибо, а то прям деловая колбаса. 30% ему сразу давай. Немного так, ли? Валентина Ивановна.